Всем привет! Сегодня, чтобы вы понимали, очень странное видео будет, да, максимально. Чтобы вы понимали, в 2017 году, я рассказываю немножко сейчас такой ситуации, предыстория, которая началась в 2017 году. Да, в длину, чтобы вы понимали, в 6 лет истории до сих пор продолжается, чтобы вы понимали, то есть она у меня, суть этой истории решится послезавтра. Просто. Типа, стоило это того или нет? В 2017 году гуляли... Нет, в 16 году мы гуляли с родителями в торговом центре. Вот, никого себе не трогаем. Там пошла какая-то девушка, представитель какого-то там, я уже не помню, короче, суперского модельного агентства. Вот, и позвали меня на кастинг. Значит, ну, я, недолго думая, отказалась. Ну, а родители мне сказали, иди, твое, типа. А, ну, и так получилось, что, короче говоря, проходила туда чуть больше, чем полгода. Ну, где-то месяцев, наверное, 7. Потом, ну, было все обучение 9 месяцев длилось. Ну, бухали то кучу бабла, и последние 2 месяца, хотя уж тупо не стало, у меня же задолбало то, что я не успеваю ничего. Я пошла в школу, я после школы, после садика прихожу. То есть мне после школы надо приехать, то есть я как бы приходила в 5, как бы я, то есть мне сейчас заканчивались уроки, поела, переоделась, плюс что-то не сделала. То есть уехала. Так было 3 раза в неделю. Уехала, доехала в 11:12 ночи. Естественно, уже все, уже никакая домашка. То есть на домашку тупо забивалась. А, ну, естественно, училась я так себе. Под таким предлогом, типа, ну, у меня это прощание в связи с тем, что это, типа, ну, дело. Типа, это моя модель, типа, да, там того всего, мне прощалось это как-то. Вот, все мне достало, я бросила. Мы очень долго потом звонили, типа, ну, писали эти вот модельные агентства это. А сегодня, ну, прошло уже как бы 6 лет. Мне никуда не взяли, естественно, никакое модельное больше. Вот. И, типа, да, это мой косяк в том, что я отказалась, да, ну, не дошла до конца. И, да, это был мой косяк, я знаю, типа, я вот понимаю. Прошло, типа, 7 лет. Я уже ничего не помню из того, что это было, когда там было там. Спасибо, Тоша, блин. Из того, что я когда там учила. Сегодня просто по фану, так, чисто поржать, написала модельное агентство. Тут работы. Авито, правда, да, там хорошие были отзывы. И я, да, скинула пару фотографий. Мне сказали, что я им подхожу. Позвали на кастинг, иду в среду на кастинг. Чтобы вы понимали, в среду на кастинг. И вот было часов 5 назад, 6. За эти 5-6 часов я изнервничала вся, потому что, типа, ну... Чтобы вы понимали, зарплата. Меня просто убила зарплата. За 2 часа работы ты получаешь от 5 до 7 тысяч рублей. Таких зарплат я не видела ни разу, чтобы вы понимали, всегда 1000. 2 максимум. Или вообще платят одеждой. А там могут и одежды, и деньгами. Одежды, типа, я могла поработать одеждой пару месяцев, потому что, типа, ну, я люблю шмотки, но потом уже и тупо буду девать некуда, поэтому, типа, ну, это весь маленький такой, знаете, недостаток. Вот. А кроме всего такого хорошего, я расскажу, как бы, ну, это вот такая вот история в 6 лет, которая длилась 6 целых почти 7 лет, в среду решится. То есть, понимаете, 7-6 лет, типа, ну, я же с ним жила, и теперь после этих 6-7 лет я решила. Короче, будем в среду пробовать тебя в новом модельном агентстве. Как мы агентство, ну, типа, вы поняли, короче. Я, типа, со мной связался менеджер, все. Представитель будет моя мама, у меня будет свой представитель, надеюсь. И, короче, надеюсь, это просто попаду. Вы понимали, меня, типа, фляя по той причине, что у меня как бы рост 70 сантиметров. И ноги, типа, ну, длинные. Вот. Короче, осталось выучить те позы, которые мне скинули, естественно, и пройти кастинг. Страшно, честно говоря. Очень прям реально стрёмно. Ладно, все. Надеюсь, вам понравился мой рассказ такой, знаете, маленький. Поэтому добивайтесь своего. У вас реально может что-то получиться, потому что я надеюсь, что у меня тоже получится. Все. Всем пока, всех люблю. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Все. Все. Не отнимаю вашего больше времени.